Здравствуйте! Сегодня мы с вами попытаемся разнообразить наш творческий досуг в период самоизоляции. И вот что я нашла у себя дома. Я нашла рамочку, картон, пластилин скульптурный, немножко декоративного пластилина, пуговицы, монетки, веревочки. И решила из вот этих вот предметов создать композицию. Сначала я карандашом на картонке намечаю рисунок. Ну, я хочу сделать, допустим, какую-то рыбку. Вот. Я ее сначала намечаю карандашиком. Вот. Но водоросли мы сделаем потом. Беру пластилин скульптурный телесного цвета, отрезаю кусок на специальной деревяшке. И небольшими кусочками канцелярским ножом отрезаю небольшие кусочки. Я накладываю по контуру на картонку этот пластилин. И тщательно его пальчиками присоединяю к картонке. Немножко придавая объем, чтобы у нас рыба получилась не плоская, а немножко объемная. После того, как мы набрали основную форму рыбы, создали небольшой объем, мы хотим декорировать рыбу, чтобы она заиграла какими-то необычными, скажем так, красками. Так как у меня есть монетки и какие-то пуговицы, я решила украсить, и рыбы у нас блестящие, с чешуей в основном, я решила украсить рыбку пуговичками, то есть и монетками. Я подбираю различные монетки и вдавливаю их в пластилин. Вот, допустим, так. Для чешуи тоже можно поискать какие-то, как бы одевая. Лучше, конечно, серебристые. Вот, серебристые монетки. Мы как бы чуть-чуть их погружаем слегка в пластилин, чтобы они у нас плотно там держались. Так, монетки. Вот. Доходим до плавничка. Для плавничка
я решила использовать серебристые ниточки, чтобы выложить сам плавничок, фактуру плавничка. Но сейчас мы пока что занимаемся основной формой. Подбираем, может быть, какие-то цветные пуговички. Ищем оригинальные решения. Вот это вот, допустим, мне кажется, сюда подойдет. Это увлекательный процесс. Но главное не ошибиться, подобрать правильную цветовую гамму. И правильно, чтобы они лежали на плоскости. Чтобы было интересно, как-то вот и чешуя была более интересна. Другой мы так вот присоединяем эти монетки. И ищем следующую монетку. Здесь нам нужна серебристая. Серебристая монетка. После того, как основная часть туловища уже покрыта монеточками и пуговичками, мы приступаем к декорированию плавничков и хвостика. Для этого я выбрала блестящую серебристую веревочку и, выкладывая ее также по принципу монеток на пластилин, я выкладываю, прижимаю, вот, отрезаю приблизительно вот так вот и веду по форме хвостика, провожу я и закрепляю эту веревочку. Также чуть через расстояние делаю следующую, нарезаю и так далее. После того, как мы задекорировали хвостик и плавнички, мы еще украсим рыбью голову. Для этого я возьму маленькие бусики, шарики и закреплю их по краям, как бы сделаю окантовочку, разделение между головой и туловищем. Тоже в такой же технике, чуть вдавливая в пластилин, я буду присоединять шарики для разделения. И также сделаю вокруг глазика, потому что глазик — это основное у нас на голове. И хочется как-то выделить фактурно. Вот. Фактурно выделяем мы глазик бусинками. Присоединяем. Требуется аккуратность в выполнении. И тщательно мы присоединяем все. Ну вот, после того, как наша рыба практически готова, мы приступаем к декорированию фона. Для этого я возьму декоративный пластилин и в технике пластилиновая живопись, смешивая небольшие кусочки пластилина, перемешивая между собой, то есть я беру два маленьких кусочка пластилина. Даже можно три, чуть светлее сделаю, фон белый добавлю. Перемешиваю между собой тщательно. Чтобы у меня получился оттенок моря. Вот. Тоже занимает какое-то время, это, конечно, это работа. Но я думаю, оно того стоит, потому что с помощью вот такого декорирования картона
Ну, не обязательно полностью вымешивать, но это в зависимости от вашего задуманного эскиза. Потом мы берем вот эти вот кусочки уже мягкого пластилина и начинаем присоединять мазками на картоночку. Аккуратно присоединяя. Видите, уже у нас получается такая морская тематика, морская гладь цветовая. Вот. Ну вот, после того, как заполнен фон основной в морском вот, пластилиновой, в технике пластилиновая живопись, морская вода, мы решили сделать дополнительную декорацию и сделать водоросли из такой вот ленточки морского цвета. Вот, мы сейчас будем уже на этот фон присоединять водоросли. То есть тоже можно и в какой-нибудь свободной форме как бы выкладывать, присоединяя такими движениями, придавливающими. Мы присоединяем, и наша работа уже обретает завершенный вид. Можно также выкладывать, закручивать узоры. И это уже все зависит от вашей фантазии и материала. Также мы можем присоединять оставшиеся монетки, как бы как камешки на дне, больше, меньше. Может быть, где-то нам для контраста можно присоединить и пуговичку, и светлую, и зелененькую вот сюда. Вот такие у нас получаются. Ну, это уже в зависимости от цветовой гаммы вашей работы, как получится. Ну, на этом все. Желаю вам творческих успехов. Развивайтесь, творите. Удачи, не болейте.